Сегодня мой день рождения. Это тебе. Правда? Пожалуйста, пусть это будет то, что я хотела. Что, игрушечная собака? Папа, это не настоящая собака. Дорогая, подожди. Ты никогда меня не любил. Это самый худший день рождения в моей жизни. Что? Кто-то оставил тебя здесь? Чудеса случаются. Привет, я заберу тебя домой, хорошо? Давай, сюда. Добро пожаловать домой, мой пушистый друг. Подожди, папа будет злиться. Виртуальная реальность, я иду к тебе. Выглядит так реалистично. О, как настоящая собака. О, она меня лижет. О, это невероятно. Ой, кто нашел собаку? Эй, куда она делась? Не понимаю. Привет, папа. Пока. Что? Но собачья шерсть. Ща! Но как? Этого не может быть. Это настоящая шерсть? Как это может быть? Она не могла появиться из ниоткуда. Ну что случилось? Он ушел? Давай, мальчик. Я ничего не вижу. Сюда. Ты такой хороший мальчик. Но этот запах... Фу, отвратительно. Я знаю, пора почистить зубы. Тебе нравится вкус курицы, верно? Теперь открой шире пасть. Ха-ха, видишь, это приятно. Не двигайся, слышишь? Вот так, намного лучше. Отлично, приятель. Теперь ты приятно пахнешь. Подожди, моя любимая футболка. Что? Нет! Покажи мне свои лапки. Нужно что-то придумать. Мыло и щетка спешат на помощь. Я налью сюда мыло и добавлю немного воды. Видишь пену? Все готово. Начнем? Получается? Выглядит отлично. Это очень просто. О, нет. Мне очень нужно в туалет. Это папа. Тише. Ну ладно. Привет, папа. Я... Неважно, я закончил. О, нет! Пол! Мой чай! Скорее, мне очень нужно! Почему так долго? О, это все твои волосы? Я принимаю много витаминов. Видишь, они творят чудеса. Ладно, увидимся позже. Так тяжело. Ты в порядке там? А завтра шея будет болеть, но я думаю, он поверил. Просто сиди тихо, хорошо? Что это у тебя там? Я тоже люблю чипсы, знаешь? Вот и все. Подожди, я знаю. Алло, мне нужно кое-что. Да, все верно. Пока мама не смотрит, я поиграю. Она все съела! Люди такие жадные! И здесь ничего. Она все еще говорит по телефону. Отлично. Что это все такое? Это не еда. Глупости. Что там происходит? Хорошо, пока. Она такая милая. О, нет, что ты наделал? Моя комната разрушена. Папа меня убьет. Микки? Он идиот. Что здесь происходит? Ничего не понимаю. Как дела, папа? Хорошо. Фу, чуть не попались. Пора выходить. Ох, от собак столько грязи. Мне нужно сделать уборку. Я так выспалась. Доброе утро. Я так хочу есть. Подожди меня, я быстро. Ну что, если папа поднимется сюда? Так, сиди здесь, ладно? Будь хорошим мальчиком. Она еще спит? Дорогая? Ты спишь. Наверняка она поздно легла. Ты не отдохнула еще 5 минут, хорошо? Подростки. Были времена, когда и я мог спать допоздна. Доброе утро. Если ты здесь, тогда кто там наверху? Папа, подожди. Не ходи туда, папа. Наконец-то я тебя поймал. О,
Боже! Пожалуйста, не наказывай меня. Мой плюшевый мишка? Какое облегчение! Пытаешься меня обмануть? Фу, это было близко. А где моя собака? Вернись, мальчик! И здесь тоже нет. Где он может быть? Нет. Где ты? Мой шкаф? Вот ты где! Я так рада, что с тобой все в порядке. Хороший мальчик. Да, я еще молод. И вишенка на торте. Прекрасный парфюм. Мой пиджак! Микки! Отпусти, ну же! Это папин любимый пиджак. Да сюда! Держи, папа. О, спасибо, дорогая. Выглядит здорово. Да. Очень хорошо. Что это? Просто немного пыли. Моя обувь! Это теперь сандалии. Минутку. Пиджак разорван. Я так и знал! Это собака! Микки! Нет! Подождите, это был сон? Как интересно. Не может быть! Нет травы, нет проблем! Подожди, нет! Нужно было сказать, что ты хочешь в туалет. Нужно делать свои делишки на улице. А мне что теперь делать? Конечно, мне нужно вот это. И ножницы. Все получится. Я все равно никогда этим не пользуюсь. Вот, посмотри. Хочешь прогуляться? Сюда. Пока, папа, я иду гулять. Подожди, это... Этого не может быть! И почему моя нога мокрая? Фу! Микки! Почти. Я попалась. Папа. Микки, ты обманула меня. Я все могу объяснить. Эй! Что? Тише, песик. Теперь у меня болит голова. Смотри, мам. Минутку. Папа, пожалуйста, пожалуйста. Добро пожаловать в семью, дружище. Давай коробку! А? Ну, конечно! О, божечки, забирай! Боже, пожалуйста, помогите! Кто-нибудь мне! Божечки, ты лучший пес на свете! Сынок, что случилось? Мама, этот пес меня спас. Давай заберем его домой. О, конечно. Выпустите меня. Ты чего? Мы же только что с улицы. Но мой мочевой пузырь считает иначе. Ой, давай лучше игрушек принесу. Не могу больше терпеть. Вот и я. Вот и последствия. Что же мне делать? Я ушла на пляж. Теперь можно бегать за конфетами. Пойдем, малыш. Пол чист. Происходит отключение системы. Надо отсюда убираться. Я тебе покажу. Стоп, что мы здесь делаем? Сидеть. Я принес тебе специальный халат и шампуни. Он, наверное, шутит? Вот, малыш, держи. Черт, а можно мне помыться в одиночестве? Почему ты не хочешь купаться? Хочешь, чтобы я к тебе присоединился? Ну же, мама сказала, надо помыться. Вам понадобится... Я все сделаю. Она знает, что делает. Я тоже так хочу!
Фу, я точно так глупо не выгляжу. Приятного аппетита. Что такое, малыш? Ты боишься маленького котика? Мяу-мяу-мяу-мяу. Хватит! Давай, садись рядом. Когда тебя несут домой, это так круто! Итак, Блейк, вот твоя комната! Заходи! О, как удобно! Так можно и уснуть в любую минуту. О, мне тоже надо поспать. Блейк! Что здесь случилось? А? Что случилось? О, нет, сны немного вышли из-под контроля. Пора отдохнуть. Блейк! Бедняжка, я не могу тебя так оставить. Я все исправлю. Отлично. Эта женщина все продумала. Я выпил слишком много воды. Какое облегчение. Все, можно дальше спать. Блейк, пора освежиться. Не хочу, эй, чувак, я же не человек. У меня же есть собачьи права, понятно? Ты не можешь просто привести меня сюда и... Это еще что? Что такое, малыш? Я хочу уйти, и мне надо в туалет. О, ты хочешь новую стрижку? О, да, сейчас. Ты же ничего не понял, да? Ты где? Не переживай, я тут. Привет, красавчик. А ты-то кто? Аккуратнее с этим. Вау, как здорово. С вас $5. Ну, ты заслужила. The applause, yeah, girl, just because I'm the king of the world. It took me so long. Yeah, I found the key. I'm the cool guy you heard. I want you to belong. Only to me, I show what I can be. Доброе утро, Блейк. Вау, я никогда так рано не вставал. Давай, Блейк, пойдем. Доброе утречко. Где они? Я должна их найти. Мисс, 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 ваш сын пропал. Не переживай, Блейк его разбудил. Доброе утро. Ладно, я тогда пойду приготовлю завтрак. Не нужно. Что? Не переживай, Блейк уже все приготовил. Ну как же здорово! Это моя работа, ты не можешь быть лучше меня. Я знаю твои слабости. Это не то, что я имела в виду. Вот что я имела в виду. Должно сработать. О, вкусняшки! Сколько вкусняшек! Любишь вкусняшки? Упс. Вы с ума сошли, мадам? Зачем вы... Что тут случилось? Блейк, зачем ты так? Блейк? Это не я, это она. Сейчас узнаем, кто врет. О, нет! Я не буду платить за вазу. Тебе нравится это? Или это? Ой, ребята, как я от этого устал. Его уже так долго нет. Выбери это, выбери это! Кто-то меня зовет. Куда он побежал?
ты... Что ты с ним делаешь? Ты нашел мою собаку. Да, это я. Я нашел его. Не тормози, Лео. Позови ее гулять. О, да. Хочешь прогуляться? Да. Они просто бросили меня тут? Ребята, подождите. О, цена на акции компании Лола Сосиски упала. Блейк, Блейк. А, вот ты где. Завтра в школу вместе пойдем. Но нужна маскировка. Ах, нет, не пойдет. Нет. Опять ему помогать. Что же делать? О, Блейк, отличная идея. Так и пойдем. Всегда хотел посмотреть, что там в школе. С собаками нельзя. Ага! С едой нельзя! Проходи! Я не отдам ему чипсы! О, доброе утро, директор! Сегодня собаки были, Гарри? Нет, сэр! Отлично! В моей школе не будет никаких собак! Простите! Тебе нужен воздух. Чую вкусненькое. Блейк, нет! Достал! Аллергия. Кто-то взял в школу собаку. Что у тебя в сумке? Вечером, может, похолодает? Убери это от меня. Да, мадам! Здравствуйте, класс! Признавайтесь, кто пришел с собакой? Так есть охота! Рано или поздно, я ее найду! Все собаки обожают вкусняшки! Это еще что? Что она тут делает? Давай, 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 сюда, заходи! Бинго! О, там никого нет! Сейчас главное не залаять! Не удержался! Попался! Блейки, а? Смотри, кого я тут нашел! Собака отправляется домой, а ты... наказан! А? Смотри-ка! Это! Ты тут впервые? Нет! Вау! А я всего разок привел собаку! У тебя есть собака! А я обожаю животных! Гляди! Кто хороший мальчик, Мими? Надо выбираться отсюда! Отсюда нет выхода!
О, снова пересолил. В следующий раз поменьше соли положу. О, Заку нужна помощь! О, не могу на него смотреть, он такой грустный. Надо найти ключ. Раз, два, три печеньки, четыре печеньки, сколько печенек, о боже! Ха, проще, чем я думал. И как они вообще таких нанимают? Блейки!